За что в Саудовской Аравии теперь могут снять с рейса пассажиров? Кто стал самым богатым диджеем мира? И чем удивила фанатов легендарная Металлика? Об этом не только в нашем обзоре. Необычный дресс-код на борту самолетов саудовской авиакомпании Saudi Airlines. Отныне пассажирам не разрешается носить одежду, которая могла бы вызвать дискомфорт у соседа. Женщинам предписано прятать руки и ноги, не носить обтягивающие и просвечивающиеся вещи. Мужчинам не разрешено подниматься на борт лайнера в шортах. Брэд Питт и Анджелина Джоли передумали разводиться. По данным издания US Magazine, знаменитая голливудская пара находится на пути полного воссоединения. Дескать, Джоли до сих пор влюблена в Питта и уже не считает, что он настолько плохой, как ей говорили друзья. Особенно после того, как актер начал вести здоровый образ жизни и отказался от алкоголя. Журнал Forbes опубликовал ежегодный рейтинг самых высокооплачиваемых диджеев. В этот раз его возглавил Келвин Харрис, сумевший заработать за минувший год 48,5 миллионов долларов. 33-летний шотландец обошел не менее знаменитого диджея из Нидерландов Тиесто с годовым доходом в 39 миллионов и американский дуэт The Chainsmokers, которому в прошлом году удалось заработать всего лишь 38 миллионов долларов. В Японии создали самый долго вращающийся спиннер в мире. Устройство под названием Saturn Spinner может безостановочно крутиться вокруг своей оси в течение 13,5 минут, в то время как обычных игрушек хватает максимум на 2 минуты. Уверяют, что в продажу уникальная новинка поступит совсем скоро и будет стоить около 157 долларов. Группа «Металлика» показала себя с неожиданной стороны. Рокеры исполнили песню поп-певицы Рианны и саундтрек к детскому диснеевскому фильму «Русалочка». Случилось это во время записи популярного американского караоке-шоу. Трейлер выпуска музыканты обнародовали на своей странице в Твиттере, собрав тысячи лайков пользователей. Полный выпуск программы покажут в эфире 15 августа. Итальянский миллионер Джан Лука Вакки, прославившийся зажигательными танцами в Инстаграм, лишился сразу нескольких яхт, вилл и доли в гольф-клубе. Арест на имущество 50-летнего танцующего миллионера наложил местный банк. Вакки не смог погасить очередной взнос по кредиту в 2 миллиона евро. Всего же его холдинг задолжал почти 30 миллионов. Пользователи в соцсетях предлагают миллионеру убираться у них дома, чтобы расплатиться с банкирами.